Керамические изделия античной и средневековой эпохи – это истоки гончарного мастерства с тысячелетней историей. Кувшины и амфоры, найденные на раскопках в Анапе, демонстрируют многовековое развитие керамического производства. Причем у некоторых древних амфор вместо привычного плоского основания – заостренное продолговатое дно. И этому есть свое объяснение. Классическая амфора имела две ручки, остроконечное дно. Оно предполагалось для того, чтобы розы перевозить на кораблях. То есть к центру направлялось остроконечное дно и по кругу укладывалось один слой, затем второй, затем третий. И для крепости, то есть укреплялись, значит, эти сосуды. И таким образом вино, значит, переправлялось из страны в страну. Здесь же работы современных гончаров из Подмосковья. Почти 1000 экспонатов представлены в единой технике гжель. Забавные игрушки, сувенирная продукция, а также декоративная посуда в самых неожиданных исполнениях. Гжельский промысел достиг наивысшего исторического расцвета в 13 веке. Это изделия традиционного русского искусства из фарфора с ручной росписью. Их отличительной чертой является рисунок кобальтом на белоснежном фоне. В технике исполнения рисунка присутствуют всего 4 элемента – гжелевая роза, листовая роспись, сетка и кудрины. Впрочем, изначально роспись изделий производилась несколькими красками. Единый формат в бело-синем исполнении стал использоваться только после указа Петра I. Так как государь он интересовался всем абсолютно, он издает указ «Приставить к всему делу потребному руки умелые, дабы тая посуда лучше и чище всякая заморская была». И потихонечку вытесняется цветная роспись и заменяется кобальтовой росписью. Эта выставка проходит в Анапе уже 13-й год подряд и пользуется неизменным успехом у жителей и гостей города-курорта. Впечатляет своей красотой, своей безупречностью. В общем, всегда стараемся здесь ее посмотреть. Выставка будет работать до конца сентября. Также здесь проводят мастер-классы, на которых гости смогут сами погрузиться в процесс изготовления гончарных изделий и познакомиться с тонкостями гжельской росписи. Экспозиция расположилась по адресу улица Протапова, 1, в здании Краеведческого музея.